Весна – время обновления. Именно весной как никогда нужна перезагрузка. В гипермаркете «Глобус» думают так же. Давайте знакомиться с обновленным «Глобусом», так сказать, после апгрейда. Начнем с того, что колоссальная площадь гипермаркета «Глобус», одного из самых крупных во Владимирской области, увеличилась еще на 2000 квадратных метров и теперь составляет практически 12 тысяч метров. Другой важный момент – это изменение расположения товаров на территории гипермаркета. Но это не должно вызывать никаких сложностей. Покупателям будут раздаваться листовки с новой подробной схемой гипермаркета. К тому же всегда можно рассчитывать на помощь консультанта. Приятная новость – увеличение акционной зоны с сезонными предложениями. Там приобрести нужный товар можно по очень выгодной цене. Дачники будут в восторге, поскольку сегодня здесь представлено все для сада и огорода. От семян луковичных растений и саженцев кустарников до грунта, теплиц и декоративных элементов. Хозяйкам на заметку – в гипермаркете «Глобус» добавилось 5000 наименований хозтоваров. Теперь домашнее хозяйство будет вести еще проще и приятнее. А что касается бытовой химии, косметики, парфюмерии и средств гигиены, то их ассортимент остается неизменно широким и, пожалуй, самым выдающимся в городе – от ведущих производителей России, Европы и Азии. Обувь – это то, чего никогда не бывает много. «Глобус» предлагает около 1000 наименований. Словом, для каждого найдется своя пара. На дворе март, а это значит, что пляжный сезон не за горами. И сейчас самое время начать подготовку к нему, чтобы ничего не забыть. Купальник, шляпа или бейсболка, шлепки, парео, сумка и очки – это пляжный минимум, без которого невозможно обойтись. Подумали и о братьях наших меньших и значительно увеличили ассортимент товаров для животных. Теперь перечень кормов стал намного шире. К тому же покупатели могут выбрать нужный из эконом, премиум или супер-премиум класса. Также в линейку добавлены товары для грызунов и птиц и аксессуары для различных животных. И еще одна приятная и очень важная новость. Для максимального комфорта увеличены проходы между рядами, чтобы можно было ходить за покупками с удовольствием.